Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 в Катаре. Бразилия против Швейцарии. Обязательно пишите в комментариях ваши прогнозы на эту игру, будет интересно почитать. Разбираем матчи этих двух сборных в первом туре чемпионата мира. Сборная Бразилии переиграла сборную Сербии со счетом 2-0. Ришарлисон забил очень красивый гол. Я считаю, что он обязан попасть, ну, как минимум, в список лучших голов этого мундиаля. Фаворит один пока что точно, потому что я вот красивее не видел именно на данном чемпионате мира забитых мячей. Ну а сборная Швейцарии обыграла Камерун со счетом 1-0. Забил Эмболо. Вот, этот нападающий родился в Камеруне, но в итоге принял потом гражданство Швейцарии. Гол он не стал этот праздновать, показал, что выявляет свое уважение к обеим этим сборным, но вот победа все равно на счету сборной Швейцарии. И вот такой вот еще момент, и сборная Бразилии увеличивает счет в этой встрече до 2 мячей. Забивает Тьяго Сильва, капитан сборной Бразилии. Ну вот, просто замечательно в таком возрасте поехать на мундиаль с такой еще серьезной сборной, которая претендует на победу на этом чемпионате мира, и прошел вот такую вот конкуренцию, потому что очень много хороших футболистов не поехало на мундиаль в составе сборной Бразилии, но, как мы видим, не зря поехал Тиаго Сильва. Ну а здесь мы уже видели момент, что Рафинья забивает дубль и довел счет до разгромного. У Швейцарии были какие-то попытки уменьшить этот разгром, но не получилось. В итоге сборная Бразилии одерживает победу 3-0. На этом, друзья, все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.